Всем привет, добро пожаловать, это 7 Days to Die. Салют, добро пожаловать. Оп, да. Ты такой туда-сюда побежал. Последняя Альфа 19-я, B-180, во всей красе, в суперграфоне. Да, как просили. Качество. За качество отвечаем. Ну, мы не разработчики, поэтому отвечаем. Нет, мы же отвечаем за качество картинки, правильно? Которое потребляет зритель глазами. Ну, конечно, да. Кто из нас потребляет, скажи мне, пожалуйста? Зритель. Пошутили, да? Хороший юмор, интеллектуально. Серия, если как вот серия начнется с юмора, так она и закончится. Так она и пойдет, как Новый год. Пошли душевые лутать. Пошли душевые полутаем. Смотри, мыло не урони там. Так там уже уронили до нас, по-моему. А, да? До нас ронял кто-то. А как ты это узнал? Вот она, видимо, уронила. Я так... Лежи! Че ты? Лежать, сука. Обалдела, что ли, курва? Ну что, Жень, я выйду, ты садись там. Нет, спасибо, я быстро. Ты сегодня не задерживаешься. Я сегодня очень быстр. Слушай, нам дерево надо зафигать, чтобы топоры сделать по классике жанра. Давай. Пошли дерево рубить. На, вот, пожалуйста. Баскетбольная площадка. Давай поиграем. Баскет. Робинс. Баскетбол. Баскетбол. Ай, ладно, не будем ерундой заниматься, тоже ерундой заниматься. Хватит, надо просто встать и сказать, хватит уже заниматься этим. Сколько можно, прекратите, остановитесь. Хватит этим заниматься. Вот, голос изнутри должен говорить нам, что хватит ерундой заниматься. Вы должны быть серьезными. Вот, да. Вас же смотрят дети, да? Поднесите стакан воды к экрану. Мы зарядим его энергией. Да, ребят, подносите, кстати, вначале, если вы кушаете. Можете поднести там тарелку с едой. Мы сейчас ее зарядим. Так, Жень, давай встанем на стол, сделаем как бы. Ну, ребятам тоже приятно. Да, давай, есть, правильно? Чтобы сварение было нормально, усвоение пищи. Все, зарядили, да? Частотами. Все. Ешьте. Все? Ешьте первые 5 минут, быстро доедайте, пока пища обогатилась позитивной гармоникой, энергией. Все, в принципе, я готов даже вот так вот, смотри, вот факелом сделать. Да, а я даже топор сделал уже, да. Отлично. Все? Вот. Вот все. Теперь вы молодцы. У меня деревянная дубина. Все, теперь можете питаться смело дальше уже. Нормально все будет. Камни. Камни дай, пожалуйста, есть? Камни дай, пожалуйста. Сейчас, на, один. Ну, если мы уже начали передразнивать друг друга, это уже дальше. Нет, пожалуйста, я просто так вот решил сделать. Я не дразнил. А еще один нельзя, ты мне один дал. Еще один вокруг вот здесь где-то лежит. Сейчас найду. Где-то здесь сейчас я тебе принесу камень. Где ж тут камни-то? На дороге камни обычно были. Вот же камни лежат. Смотри, вот камень лежит. Я уже сделал. Все, вопросов не имеем больше. Понятно. Да. Так, спальничек. Готово. Топорик, спальничек, все сделал. Место неплохое, кстати, тут можно зайти было. Да. Травяная туника, травяная шляпа, травяной башмачки. Будешь в туалет ломиться, нет? Перчатки, штаны. Да, конечно. Давай раздолбаем. Там зомби, кстати, все, он уже чат. О, прям бьем по черепухе. Смотри. Давай. А там еще слой будет. Топор ломается быстро, капец. О, вон она. О, смотри, там слышишь? Смотри, какие, да. А груди вперед! А груди вперед! Ляг, отдохни. Зомболи зовет. Рюкзелла. А там лук. А, не лук, а этот. О, смотри, проход в дом. А, в эту заправку. Нормально. Еда. Пусто. Классно. Блять, сзади зомби сзади. А, иду. Иду. Эти эти Бобби Боба, блин, да? Что Бобби Боба? Ничего. О, нагрудничек. Нагрудница. Ай, ладно. Хватит уже. Ну, если хочется, Жень. Не, хочется можно, да. Если хочется, то можно. Как бы мы себе рамки такие серьезные не ставили. Если захотелось, то пожалуйста. Но без перегиба. Ты знаешь, как просто говорят? Кому не нравится, никто никого не держит. Нет. Никто никого не держит. У вас всегда есть прекрасные аналоги. Поэтому вы знаете, что делать. Прекрасные аналоги. Да. Ну, конечно, не такие крутые, как мы, но... Не, ну мы же совсем царевич. На, возьми, я тебе шматье дам немножко. Тут смотри. Я тебе шмотки даю, возьми. Ну, я же, видишь, хожу вот. А, я вижу, что ты ходишь. Вот, туничку возьми.
Тунечку. Тунечку возьми. Тунечка, о, смотри, брат, лесоруб. Как спичка. Лесоруб. Тунечка, лесоруб. Руб, 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 оп, лесоруб. Оп, встает. Смотри, лесоруб. Слушай, надо сегодня серию в стиле рэпа сделать. А, опять уже была же такая. Была разве? Да, мы же с тобой уже вот это делали. Ну, тогда не знаю. Тогда просто молча будем играть. Периодически молча. Там, если что. Меня зовут Олег, тебя Женя. То есть чтобы не забывали, на всякий случай. Да, да. О, смотри, расквашенные тачки. А что с ними случилось так? Как же так-то? Их так прессуют обычно на утиле. Ну, я понял, но здесь стоянка. Кто тут мог спрессовать так? Смотри, площадочка, да. Вот это и не было, я помню. Мы с тобой футбольное поле видели, а вот баскетбол. Да. Все? Что нашел в сумке, кстати? Да, пустая банка. Блин. И еще одна пустая банка. Обидка? Так, это надо убрать. Обидка, обидка, обидка. Сейчас тебе штаны дам. Ты факела. На штаны ты, возьми где, штаны. Где ты шматью находишь? Я из травы делаю, травяные хотя бы. Эти, элементарные. А, говёные, да. Эти да, самые. Ну хотя бы. Ну что за говёный? Ну всякую лабуду, да, такую. Ну лабуду. Что значит лабуду? Ну хотя бы как-то, чтобы быть в одежде. А то же совсем, ну без трусов-то бегать. Не, в трусах, ну. Смотри, это школа или что это? А там еще бегать там, не могу? А, я присел. Ты присел. Давай, пошути про бутылку, буду я как шутить, ты любишь, да? Да, конечно, я уж люблю. В фаворе у меня такие шутки, естественно. Бля, а тебе не кажется, сколько камней? Посмотри на поляну. Ну, да, вот, видишь, искали, искали, вот тебе бац, нашли. Может, сюда в здание пойдем, вот в это, что да, это, школа или что? А вот там окно разбито, можно даже не ломать двери. Для нас уже все сделано. Стонешь? О, ты лутабельно, нет? Лутабельно некоторое. Слушай, ну какое-то все блестяще стало, что ли, или мне кажется? О, сейфач! Блядь, о, давай, 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 давай. Нихера себе! У тебя есть... Не было такого зомби, слышишь? Отмыка... Опа! О, это какой-то работник или что это? Станция техобслуживания. Книжные шкафы не забывай, там рецептики же всякие. Понял. Что там есть, интересно, ну-ка. Так. О, ножи охотничьи. И опять у нас вечное лутание, да? Да. Ну мы же смотрим, что изменилось там то. Ну, поменялось, все. Чувствуется, что что-то поменяли. А... Ну, графически. Рецепт. А, да, да, да. Что? Ну, она что, где? Бля, упала прямо на кровать. Готовая. Я хотел как раз это сказать. А, ну, ты видишь, она уже готова. Она готова, прыгает скорей. Да, на кровать, ать. Чтобы ты смог ее... ну да. Да. Чтобы ты мог с ней плясать, ать. На кровати день и ночь. Очень, очень, очень. Почему-то нам не пох. Ох, ох, да. Ох. Кстати, здесь котелок лежит, надо котелок забрать, или это не котелок? У меня есть, уже есть. А, ты взял уже это? Да. Все, понял. Есть что секретного? Да ничего пока. Да капец. Лута. О! Ва! Е. Все, сломался топор. Надо бы какую-то оружку найти по-хорошему. Надо искать более цивильные здания, нежели вот это дно. Ляг. Сортир цивильные не будешь обыскивать? Там вода, кстати, мурки. Поищи, может, что найдешь. Мурки-мурки-ватер. Мурки-ватер. Так, ломать будем? Блин, что же беда такая? Ну, топор так быстро сломался. Ой, мать, спокойно. А мамашка? А, угу. Это не мамашка. Это ее дочурка, да, походу? Это дочурка мамашки. Нормально. Где же папашка? Дочурка мамашки. Кошелек. В кошельке ничего. Все ушло. Какой-то нищенский дом. Все ушло на донаты, да. Кошельки пустые. Ничего нету абсолютно. Нищенский дом. Кофе. Слушай, надо хотя бы хавчик какой-то. Молодец, ты добавил, да? Что? Нищенский дом, кофе вдвоем. Нищенский дом. О, здрасте. О, новый зомби. Новый зомбелый, смотри. А вот еще одна женщина. Я второй, новый, новый, новый. Хера. Че ты факелом бьешь? Дать тебе дубину? Потому что он горит. Зажигает их. Он их зажигает. Вздох. Я понял. Не, ну если хочется. Опа, 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 тут много ребят. О, это гаражелла, в гаражелле есть много интересного. Верстачелла есть, гараж. О, топор. Кстати, второго уровня, между прочим. Если что. А, ну да, 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 все.
Да он горит, ему вообще насрать, по-моему. Да, да, да. Ну а что он? Мозгов-то нет уже. Че ему? Зачем мозги ему? Тут пасхалка, смотри. На скорее что? Всего. На что? На что пасхалка? А, ты в этом плане пасхалка. Что, не пасхалка, а секретик? О, угу. Кстати, я наконец-то нашел любимые наши ключи гаечные. И молоток есть у меня. Там окно, там ничего нет, там окно. А. Так. О. Понятно, буду знать. Буду хорошо. Иметь в виду. Хорошо. Так, тут чисто. А вот здесь что? А. Кучка. А здесь что? Чувствуешь, какой у нас классный ролик? Ну да, да, у нас постоянно. Что здесь? Информативно, да? Да, да, да. Так, повыбрасывай-ка. У меня еда есть. Я уже замахался тут бегать. Давай выйдем отсюда. Тут ничего не... А на чердак ты не залазил? Здесь же на чердаке что-то может быть, патроны какие-нибудь, нет? Не, на чердак я не залазил. Ну пошли обратно, давай, стул с собой возьми, чтобы на него это... Чертов... А, вот это? Да. Так вот же, смотри. А, ты сможешь там? Да, успешно? Есть еще? Там, смотри, обычно всякие сундучки есть. А, ну да. А, ты с этих. Ну как? Да ну ёба, ну что ж такое? Че ж ты падаешь-то, падла? Падаешь, падла. Падающая я. Да, слышь, алло. Алло. Алло, 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 алло. Такой же. Ну как, успех? Нормально, я прошел. Есть что? Пока нет, ищу. Отлично. Старый дипломат. О, на лопату какая-то тема прокачка, хорошо. Хавчик, надо еда, вода. У меня есть, давай тебе дам, давай тебе еды дам. У меня есть. Нет, собирать надо с собой. Я тебе собрал, у меня есть. Раз банка, два банка, три банка. Я могу еще. Уебанка. Как? Уебанка. А, уе это за уе, которая? Да, за условные единицы. Ага, ага. Ты как там прошел дальше-то? А, ты по этим. Ну, я по балкам попрыгал, по уебалкам этим. Да прыгал нормально. Ну и как, есть что ценного? Секретики раскрыл какие-нибудь? Конечно, заговор мира. Рептилоиды. Иллюминатов. Да, все раскрыл. Ладно, хорошо. Кто там? Кто там? Гори заговор. Давай, сука, гори, бля. О, у меня уровень. Вот здесь что-то есть. Обычно здесь же блинчики. Да. Грузовые ящики еще были. Как ты уже? А, давай, давай, у меня молоток есть. Ключ еще есть вот такой. Во, вот этим быстро разберу, давай, хапай. Ох, зачем я это сделал, блин? Что такое? Да я случайно... О, я патроны нашел. И шлем. Я случайно там лежала не оружка, но патроны лежали, какие-то компоненты, порох там. Я случайно долбанул их ключом. И они просто исчезли. Бывает. Угу. О, топор второго уровня, если что, тебе могу дать. А мне первый сломался, давай, да, давай, кстати. Давай, давай, на второй. Так. Я его не чинил уже. Сейчас, где он у меня был? Где второй топор? Вот. Где этот сраный топор второго так, уровня? На набивной нагрудник я тебе могу дать, смотри. Вот такую железную штуку могу дать, шлем могу дать модный. Две отмычки у меня есть, кстати, для сейфа. У меня места нет, Жень. Боеприпас для мушкетона. Это ты нашел сейчас, да? Да. Фига. Ну а чё ж. Наконечники для стрел есть, если тебе пригодятся. Картофель есть. Так, отлично, что-то выучил. Это не надо. Фишки. Так, у разбирайте тебя... продвинутое оружие, мачете. Казан ну, у тебя есть, да? Хорошо. Казанчик, да, у тебя казанчик есть? А, ну, у меня все. Есть, да. Все, топоры о, есть. О, а здесь можно выйти. Можно. Что еще? Все, мы все раскрыли. Наверху на вентиляции ничего нет? Да. Пролетарий пусто, пусто, пусто. Ну, давай выйдем отсюда. Что, выходить будем отсюда? Да, желательно. Давай, выкарабкаемся. Ломается? Да. У меня этим ключом хорошо работает. Я еще и сбор ресурсов делаю заодно. Ну, вообще красава. Вообще пить только хочу постоянно. Слушай, ломается хорошо, вроде. Нормально, все. Получается. А нижнюю чуть не добил. Блин, еще нижняя осталась. Мне надо даже на картонах... А, подожди, по поребрику уже можно сейчас будет проползти. Мы же с тобой тогда нашли там оружку. Ну. Ну давай, ядрить твой корень. Долгая какая, а? Во, вот, вот он, смотри. Яйца вот лежат, гнездо. Вентиляция. О, кошелечек. Что в кошельке? Еда, горошек, пригодится. Дом ни о чем. Не, он скучный. Надо что-то военное искать, поболее так, такое. Так, а где мы вообще?
Блин. Хер его знает, где мы. А в гараже мы были, да, были. Да-да-да, с гаража же начали. Это лутание, бесконечные лутания. Серия с лутаниями. Бесконечное лутание гаражей, это нормально. Здрасте. Так, надо как-то быстро, понимаешь? Быстро, надо быстро, ружку быстрее. Найти по-быстрому. Ну, это надо искать. Ого, участок. Ого, замок, блядь, целый. Вот, да пошли туда, может, там что-то ценного. А ружка в больших этих. Ну, смотри, каждый дом дырявый, видишь? Это о чем-то говорит. Ну, это говорит, да, о многих вещах. Что каждый дом дырявый. А что ты так быстро продвигаешь? Клен зеленый, лист резной. Бля, там полтела. О, не было такого. Они были простые, но теперь... Ты что, дурак, что ли? Бля, там еще вторую упал. Он сейчас загорится, смотри, по горелому поползет? Нет, не пополз. Они оба горели. Нет, один перестал. Ну давай, дура, бей же, блядь. Ничего одни хорошего. Те же, кстати, фотки, и одни те же, да, людей, да, во всех, да, домах. В каждом доме. Странно, что. Это так... какая-то одна богатая семейка, короче, купила, похоже. Весь, бля, город. Меня бьют и не могу даже ударить. Сейчас, сейчас иду на помощь. Где ты? Я здесь, за тебя вот был. Там осторожно. А, там женщина. Что-то много чертей, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Ох ты, снос, как. Вот это было четко. 2226 экспириенса дали. У меня тоже есть, кстати, опыт. Кстати, по поводу опыта. Да, и можно распределить очки. Очки можно распределить, кстати, уже. Так, значит, мира вашей осознанности. Выставил твой голову. Дзен. Твой личный дзен. Умение произвести первое впечатление. Взлом отмычкой. Произведи первое впечатление на кого-нибудь. Так, что это есть? Сборщик мусора. Давай. Это и лопата у меня есть, оказывается, уже. Слушай, спальники, патроны, наконечники для стрел. Ну, то есть стрелы сами по себе. Потом что, отмычки две штучки для сейфа. Если сейф найдешь, скажи мне. А был сейфач? Да. Мы прошли мимо, да. Давай я тогда взломщика сделаю. Ай-яй-яй, там зомби. Я взломщик тогда сделаю, давай. Что еще можно? То, что он горит, ему посрать, да, по большому да. счету? Так, стойкость, боевые умения, хилый. Давай прокачаемся немножко, все. Что тут еще есть интересного на втором этаже? Ты зашел? Да я вот смотрю, как бы. Ну и как? Честно, не особо. Да что-то капец как-то. О. И, блин, пистолетов нет. Обидно. Я могу для тебя офисный стол взять, хочешь? Я уже брал, не надо. Спасибо. Вот на тренажер можно сесть. На вело. Велосипед. А, тут через крышу вот так наверх и... И как что? Дедушка Мороз, блядь, в дымоход. Вот а, давай, 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 давай. Слушай, ну там замок реально целый. Может тогда... Волк! Это церковь, скорее всего. Рысь, рысь! Ёлки-палки. Рысь, а была, блядь, же рысь, реальная была рысь. Же, да? Я не помню, не помню, серьезно. Рысь была? И а куда она делась? Только что рысь была. Алло, рысь. Ура! Вот она вдоль да, зашла. Да, 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 да. Надо слушай, убегать, ну, слушай, она нас кацанет же. Сожрет же в хлам. А как ты побежишь? Рысь, знаешь, какая быстрая? Да я знаю, что рысь быстрая. Давай посмотрим просто на нее. Тут можно пройти? Да. По поребрику, да. Дверь ломает рысь. Какая-то странная рысь. Я не помню рыси, серьезно. Может, ты были, я просто не обращал внимания. Да? Может, за колбасить ей пойти? Попробуй. Давай, как десантура сверху. Она ушла, дом ломать, пошли. Бля, она в доме. Путь свободен, пошли. Мы же в церковь идем, в этот ты большое здание. Замок, этом, замок, да? Замок, да. Слушай, так может тут оружейка есть? Так по-моему, вот я и пытаюсь бежите. Найти, это же город все-таки. Женя, она да, за нами, Женя! Да, да, да. Бежи, беги, бежи, бежим, 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 бежим. Что-то я вообще бежать не могу. Хилядзо. Вон там церковь есть. Это дом просто какой-то. Что-то как-то интерьерчик-то поменялся. Вообще да? По-другому сделали. Дома, какие-то новые шаблоны появились. О, дед. О, дед. О, дед, о, дед. Обалдеть, домище. О, май дед. Ой, блядь. You are dead. А-а-а! Тихо. Ой, здесь много здесь людей, а. Горели же, отсюда. Звезда. Что, валить будем? Нечего ловить. Да, надо свалить. Еду надо забрать. Чего ж ты еду не взял? Там кофе был. Я как-то ничего кофе. Не взял.
Там было кофе. О, подвал, Жень, тут подвал. Давай, заходи. Давай, вот подвал это наш. Давай, давай, закрой, давай. Сейчас, сейчас. У меня вообще выносливости нет, капец, закрывай. Опа. Подвал это наш. Ух, ё, это винный погребок. О, блядь, там их дохера. Там их просто пиздец. Гори, гори, гори. Моя звезда. Надо было какой-то лук сделать или что-то, нож какой-нибудь. Факелами так долго не побьёшь. Факелами нормально, погорят. Во, повышение уровня, все. А, бьют, сука. Да. Подожди, дай похилиться. Давай, давай, я тебя прикрою. Медсестра, иди домой. Да хилься, ты дурное создание, блядь. Иди домой. Все, готово. Обалдеть, это что такое, мусор нормально. Какой-то? Мне кажется, тут можно было. Ой, там, смотри, падают с лестницы двое, трое, смотри, четыре, пять. Че, обалдели, что ли, черти? В винном погребе жить реально можно, без прикола. О, здесь какой-то выход, смотри, фонарь горит. Секретка какая-то, что ли? Ну, как не секретка, но типа выход на поверхность куда-то в другую сторону. А еще один дом, что ли? Нет, это тот же дом, только внутрь. Ну, как, с той стороны, где мы зайти не смогли. О, чердак. В сортире чердак. В сортире чердак. Зайдешь в сортир, там чердак будет. Бля, Жень, тут жопа. Да. Еще музон такой напряжный. Да ляг ты! Пиздячили парня. Валера. О, тут, ты смотри, как тут интересно. Да. И что, ничего цена на чердаке нет вообще? Чего? Не, просто думал, что... У меня одна банка, блядь, и банка. Я ухожу. Давай. Падай, падай, давай, до свидания. Так, краски надо выбросить. Падай, 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 падай. Че, нашел что-нибудь ценного там в этом? Тупые зомби игру наполняют. Меня. Тупые зомби просто везде. О, сумка. Куда ни глянь, везде дорогая. Я отфигачу тебя по башке. Отличные песни. О, наш клиент, наш комнат. Смотри, ружбайки, какие-то пушки есть. О, давай. Вот, наконец-то я нашел. Нет, оружия там нет. Шприц зато есть. Сейчас откроем. О, шотган Мисай, сейчас пистолет найдешь. Или дробыш свой любимый. Не выпикали. Давай ищи. Есть что? Модификация утяжелителя. А ружбайка? Хоть что-то. Ружбайки, ничего, один предмет. Пиц, класс. Да? Отлично, отлично. Что там? Не знаю, сейчас смотрю. А, сэндвич две штуки. Хочешь, поешь? Не, спасибо. Не, а что так сразу резко-то? Да не хочу. А, ладно тогда. Так, воды попью. На, тебе нужны какие-то ботинки, поножи, башмаки, там что-нибудь? Так ты босой бегаешь, возьми. Так, подожди, эту надо, эту так, нет. Так, что я могу сделать? Ботинки. Я тебе сбросил там. Вот, это модификация бесшумные соединения какие-то. Мушкетон бы найти нам надо, кстати. Хотелось бы, но ты видишь, ничего нет пока. Нет, нет, мерный стакан, рецепты. Слушай, там ребята долбят не на шутку. Химлаборатория. Мне не нужна химлаборатория, абсолютно вообще нет никак. Патроны я нашел. Слушай, у тебя ткань есть какая-то? У меня тоже есть патрон. Тканька есть? Нет, ниоткуда. Блин. Я просто хотел сделать эти бинты. Простейший лук. У тебя три волокна травы есть, дай, пожалуйста? Да, есть, есть, но. На. Угу. Мне не надо. Это мне не надо. Слушай, давай спальню тут бросим. Давай, 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 давай. Я тоже хотел избавиться от чего-нибудь. От чего-нибудь хотя бы избавиться я хотел. Из какой-то вещи какой-нибудь. А что не кладется-то? Почему? У меня не ставится. Ставится просто правой кнопкой. Он красный горит. Он так и должен быть, кстати. Не ставится, вот. У меня поставилось. Странно. Давай я не знаю, там какая-то лажа. А, вот, тут все, поставил, поставил, поставил. Типа чердак, он более-менее безопасен, да, кстати, да. И тут потом можно будет базу съебать. На кожаную обмотку. Думал, сейчас скажешь, на кожаную флейту. А, не, я уже надел. Кого? На клейту? Нет, обмотку. А, на, держи, на. Вот, сбросил, если нужна. Да нафиг она всралась. На, нож тогда костяной, острый. Вариант. Всякой фигни понабирал. Почему? Не надо мне ножи. Давай тебе еды дам тогда. Да не надо мне ничего, я что, прошу что-то. Нет. А, дубину возьми, на, дубину, дубину возьми. Да есть уровня. У меня дубина, есть. Новая, вот. Второго Жаль. Уровня. А, давай. Да. Ты-то уже разгандошил, да? Зачем, нет? Чего сразу сломал? Ничего не делал. Ну откуда у тебя второго левела дубина? Я нашел только что здесь, вот в этом ящике же мы что-то. Че, вниз спускаемся, все?
Блядь, там надо их отвлечь. Мы ж не все полутали, да? Мы через крышу пришли же. Да, да, да. Вот окно. Вот что это? Это мы отсюда пришли. Мы отсюда залезли? Да. Точно. Окно есть, давай. Сейчас выломаем. Это делов-то. Все. Можешь идти. Так, смотри, надо прямо на крышу. Вот давай, так. Давай, опа. Давай. Как десантник, давай. Хуяк, отлично. Десантируемся. Так, дубинка есть. Ай, туда не допрыгнуть. Ну ладно. Подожди, мы не этот дом хотели взять. Не, небольшой хотели, замок же. Вон церковь, а в церкви, по-моему, что-то нет, топового ничего нет, да? В церкви оружия точно нет. Хера, бля. Ха-ха, в табло получил, урод, бля. Да заколебал ходить. Вон пума. Блин, опять. Ну не пума, это рысь, наверное. Рысь ли? Ты рысь от пумы отличишь? Ну да. На вид. Пума черная. Пума разве черная? Пантера черная. А пума? А пума не черная, что ты взял? Не знаю, я и пума черная. Пантера, подожди, есть черная пантера. Пантера черная. Ух, там медведь. А пума? Ядрить, кудрить, нафиг. Где? Вон слева, смотри, огромный стоит. Вон, 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 слева, слева. Давай немножко побайтим, поугараем. Контент сделаем. А он же нас зафигачит, нет? А мы можем его на рысь натравить. А, а они вообще здесь могут так соперничать? У тебя Лучецкий есть? Ой, бля. Я в церковь побежал. Я пошел искать спасение, извините. Что-то не попадаешь, да? Попадаю. Ой, блядь, ой, блядь. Все, вот забайтил. Пошли в церковь. Забайтил. Там курица, смотри, тоже церковь прячется. Где вход? Я не знаю. Подвал, там... подвал. Подвал, давай, давай. Заходи, давай, в подвал. Отлично. Давай. Закрывай, закрывай. Ух, ядрин. Там кто-то рычит. Там пума пришла. Там пума, блядь. Можно дальше пройти. Давай, давай, быстрее выходим. Уходим сюда. Что здесь? Закрывай его, заходи дальше вперед. Ай, блин, я упал. Пока ты там терся, смотрел, что здесь, что там, я рухнул, блин. Что здесь, что здесь. Поднимайся, поднимайся. Дверь не закрой, дверь закрой сперва. Железную. Я закрыл, закрыл обе. А, все, тогда иду. Бля, пума с медведем долбится там, смотри. Отлично. Здесь... Блядь, она тут. Ну подожди, все. Пума здесь. Закрывай дверь. Да я закрыл, закрыл. Еще закрывай. А, у меня сломалось. Что так быстро-то? Ты что, дура, что ли? Она, по идее, упадет, поэтому это ловушка для нее. Вообще, да. Так что пусть долбится, смотри. Пускай, давай, сейчас придут. Дверь закрой на всякий случай. Вот она упала. Все, отлично. А Мишка где? Михалыч? А Мишка там был. Давай, прыгай туда. Смотри, пума здесь. Пума здесь. А давай поставим. У тебя есть стройка дерева? Ну, сделаем. Дерево где-то было. Деревянные блоки там есть, блоки деревянного каркаса. Жень, я советую быстрее, потому что она долбит уже ту дверь. Что мы хотим сделать, скажи мне? Она ж тупая пума, да? Мы что хотим-то, скажи мне? Ну вот, застроить, чтобы налево-обратно уйти отсюда. Нахер нам тут в подвале сидеть? Налево. Вон пума. Смотри, снизу не строится, я не знаю, снизу не строится. Я в жопу и засадил. Вот сюда можно прыгнуть. Саная пума, блядь. Все. У тебя нет стрел, а я сейчас сделаю. У меня есть стрел, на, иди сюда, где ты? Я туда не буду прыгать. Почему? Я хочу, чтобы ты застроил пустоту, и мы прошли налево, пропрыгали. Так мы и так можем пропрыгать. Ну я не хочу падать просто. А-а-а. Ты можешь просто блок поставить на пол? Да, вон не ставится там ломать надо эти боковинки ломать. Но вон чел прошел, смотри. Он даже, он не спросил и прошел болча. А че вот так прыгай, да и все, вот тебе прошел, куда тебе надо. Да мне не туда, на выход налево, Женек. Ну так, пожалуйста, че. Отсюда прыгаешь, да и все. Да. Блять, медведь! Ой, блин. Ёбаный свет! Давай убить, что ли? Давай попробуем. Молотком бей хотя бы, че руками-то бьем? О! Михалыч! Вот тут, блядь! Вот здесь уёбывай, вот сюда, нахуй! Бегом же, не уходи! Капец, ты обалдел! Михалыч! Как ты забрался? Как, где выход? Где наверх? Я бью медведя, подожди. Подожди, я выпал. Как? Куда ты выпал там? А, вот лестница. Там лестница, да. Куда ты выпал? Не убивай его, дай я дойду. Ну он же за мной охотится. Слушай, не убивай его. Бля. Он здесь, но застревает, он очень объемный, он застревает. Бей его по заднице, я по голове. У меня выносливости нет, я бы с радостью. Да. Бил бы его и по заднице, блядь. О, горит. О, все, завалили Михалыча. О, мясо с Михалыча падает. Кости. Кости, мясо, да. Обалдеть. Пришел Валерик. Слушай, с него нормально так луто. Кофе выпью. А что он летает у тебя? У меня нормально нет. Не, он просто подпрыгивает вверх так. Слушай, да мы уже 30 минут играем, думаю, тут можно остановиться. Давай, давай, закончим. Давай. И дальше уже продолжим отсюда следующую. Seven Days to Die. Фух, все, пока. Пока-пока.